Москва, 29 июня, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил помощников секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Назначить помощниками секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Абелина Александра Павловича, Венедиктова Александра Николаевича, Муэхитова Наиля Мансуровича, Павлова Алексея Анатольевича, говорится в документе. Решетка Владимир Путин. Решетка Совет Безопасности РФ.